Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Сват против зомби. Ну что же, как вы помните, мы с вами перешли в торговый центр и, наверное, сейчас будем играть. Только вначале я кое-что гляну, открываем ящик, что нам здесь выпадет. Так, 552 монетки. Так, дубинка, 4 карточки, мало. Так, дробаш. Пистолетчик. Аптечка. МП-7, полицейская дубинка и все, да? Хорошо, ладно. Так, здесь у нас что такое? Какая-то анчивочка сделана или нет? Да, ребят, какое-то достижение мы с вами заработали. Круто. Что еще скажешь? Ну, а теперь хотелось бы мне, конечно... Так, у нас по деньгам-то, по-моему, все кисло, да? Если я не ошибаюсь. Но можно попробовать, наверное, кого-то улучшить или усилить. Ну-ка, давайте-ка глянем, кто у нас тут. Так, мы тебя сможем, интересно, улучшить? 1200, да? Да, ребята, мы можем и завершить, сколько нам? Одну звездочку, хорошо, мы это сделаем. Ха-ха. Обязательно нужно было его улучшать, ребята. Это наш основной, скажем, даже так, танк. А что, мы еще можем улучшить, что ли? Ну, деньжат не хватит уже, к сожалению. Так, слушай, а вот эту вот мы сможем улучшить? Дубинку, ну-ка. Можем, ребята. Но нам говорят, парень, иди в магазин и покупай монеты, прежде чем что-то хочешь апгрейдить. Нет у вас возможности, ребят, будем зарабатывать с вами деньги. Ну что же, поехали, торговый центр, первая миссия. С богом. И у нас здесь, ну что же, обычные самые зомбики, поэтому мину мы, наверное, отсюда можем убрать спокойно и возьмем, пожалуй, давайте обычного. Так, подожди. Так, а он есть у нас, ё-моё, тогда давай возьмем, что ж можем взять-то? Ну давай, наверное, вот этого вот автоматчика возьмем, хотя у нас тут есть уже. Я даже не знаю, чего нам нужно, ребят. Ну хорошо, все, беру с дробовиком телочку. Погнали. Ух, какой тут бордельник, ё-моё. Так, раз, два, три, четыре, пять позиций нам дано. Две волны, точнее, две дорожки. И... Ой, а это что такое? Что это за грязь такая тут выпала? Ой. Ах ты, посмотри, ребят, это какой-то яд. Вот оно что. Блин, фигово. Это значит, мы будем пробегать, соответственно, заражаться, и у нас будет тратиться здоровье. Да, смотрите, ребята. Оу. Просто автоматчик погиб. Офигеть. И как же интересно я... Погоди-ка, тут знаете, что получается? Смотрите, зомби вступает в эту лужу и начинает травить. Вот оно что. Оу. Ну это, ребята, уж мне кажется, чересчур сложно здесь сделали-то. Вы что? Можно как-то эти лужи убрать? Я не знаю. Мне они не нравятся. Тут еще волна сейчас будет. Какой-то уровень слишком сложноватый. Вы посмотрите, что происходит, ребят. Они у меня отравлены. Причем довольно очень сильно. Так, ну вот здесь вот все хорошо. Здесь у меня, видите, никакого яда нету. И мы справляемся без проблем. Вот так незадача. Что-то нужно делать, ребята, с этими лужами. Че, ни одной звездочки не получилось, что ли? Зашибись. Долго мы так будем с вами расти. Новый зомби. Зомби-шапоголик. Что она делает? Так, шлем. Этому зомби нужен ваш шлем. Прелесть. Почему это они сказали, я так и не понял. Этому зомби нужен мой шлем. И все, только шлем и нужен. Да, дробовик-то здесь как-то... Блин, я не знаю, ребят, ну что это за фигня? Что за лужа, а? И как от них избавиться? Ну это нечестно, может быть... Нет, их уничтожить, наверное, не получится. Хм. Ладно, давайте пробовать дальше. Черт подери. Ага, две лужи. То есть они в любом случае нас будут травить. Не они, так зомбари нас будут убивать, да? Вот смотрите, сейчас проверим, ребят. Вот, мы сюда встаем. Ах ты, вот оно что происходит, ребята, понял я.
мы сами вступаем в эту лужу, когда атакуем. Поэтому и отравляемся, вот оно что. Тогда давай вот сюда вот. Так, шопоголик бежит. Бежит, бежит, как быстро-то бежит. На, на. На, получи по башке. Все, отдыхай там. Да, ребята, мы просто-напросто с вами в лужу в эту вступаем. И у нас идет отравление. Теперь я буду это знать. Я думаю, как это так? Думал, зомбари, наверное, отравляются и нас кусает. От этого у нас здоровье уменьшается. Нет. Так, давай-ка нового зомби сюда поставим. Ой, зомби. Полицейского поставим. Свеженького, чистенького, как говорится. Новенького, нулевенького. Да, вот. Так, погоди-ка, вот сюда поставим. Вот этого, крепкого. Ой-ой-ой-ой, как они быстро разбирают. Ты посмотри. Ну-ну-ну, давай, бомби. Отлично. Слушайте, я не представляю, что будет в конце, ребята. Такими темпами. Если мы здесь-то получаем урон, причем довольно хороший. Победа. Ну надо же, дали две. Так, и денег нам дали маленечко. Всего лишь капельку. Так, в ранге мы подросли. Новый спецназовец. Отряд химической защиты. Позволяет очистить загрязненные зоны. Зомби-токсин смертельно опасен для отряда. Ну неужели, ё-моё. Ребят, нам дали чувачка, который может чистить. Да-да, именно те самые лужи, которые нас отравляют. Я считаю, что это очень хорошо, это большой плюс. Давай его к нам в отряд, естественно. Давай-давай, вступай. Все. В принципе, нормулька. Так, ребят, у нас тут все отлично. Здесь у нас ботинки стоят. Жилетик пока нормуль. Ага, а у дробовика ничего нету. Давай поставим тогда вот это вот. Причем она у нас сломанная. А как я, интересно, могу ее починить? И вообще, могу ли я ее починить? Так, ремонт. Что-то у нас 500. Блин, ну давай. Опупеть просто, да? Так, у нас прицелы есть для снайпера. А почему у меня, интересно, у снайпера стоит какой-то патронтаж? Что нам прицел дает? 50. Увеличивает дальность атаки. Ну давай лучше мы поставим, наверное, 50. Так, уровень 5 нужен. Ладно, хорошо. Ну что же, давайте, наверное, сразу же приступим к следующей миссии. Угу. Шопоголики. Тут у нас еще этот зомби с люком. Ну и обычный милый зомби. Хорошо, погнали, ребят. Ready, я готов. Ага, лужи. Начинаются у нас лужи. Да я вот это вот уберу отсюда. Жик. Все, подтерли, нормуль. Побежали, так давайте здесь сразу подчистим. А знаете, что мне кажется? Что скоро будут у нас здесь такие зомбари, которые будут плеваться вот этой вот херней и распространять эту лужу. Почему-то вот мне так кажется, что будет. А ну-ка. Давай, ребята, вот так вот. Отлично. Шикарно. Так, что вы бежите? Бежите. Ну ладно, хорошо. Так, ну. Оп-оп. Получил. О, ящик хороший дали нам. Ну как-то вот нечестно, да, ребята? Вот выстреливает из дробовика пару разиков, и все, и надо ей обязательно перезаряжаться. Но зато хлобучит она не по-детски. Давай-ка вот сюда вот поставим еще одну. Хе, шопоголик, блин. Бежи, давай. На, получи. Ну, ну здесь никто не пройдет, это однозначно. А, волна началась. Так, ожидаем, ребята. Колхозников, бегунов всяких. Йоу, бегут. Давай, перезаряжай ты свой дробовик. Оу, оу, как много-то. Тихо, 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 не буяним, не буяним, родные мои. Так, давай, перезаряжайся. Блин, был бы какой-нибудь тут бот, который автоматически собирает монетки. И перезаряжает, соответственно. То постоянно приходится за этим следить. Это очень сильно отвлекает. Ну, нахлобучим? Где твой шлем? Где твой колодец? Ой, колодец, люк. Потерял? Ну тогда получи по полной программе. Есть. Нахлобучили. Победа. Оу. Отлично. Тут тоже неплохо. А мы... Оу, новый зомби. Ядовитый зомби. Что он там делает? Ёпарасоте. Это зомби-алкоголик, ребята. Вы посмотрите. Вот. Не вздумайте никогда употреблять
плохие напитки, иначе будете вот таким вот. Короче, бросает колбы с токсином, заражая область вокруг. Блин, я вот так и думал, что какого-то говнюка обязательно сюда включат. Вот не было печали, да, ребят? Нате, получите. Хорошо вам жилось, будет вам зомби, который будет усложнять вам жизнь, причем постоянно. Ой, ладно, давайте. Так, зачистку, конечно же, делаем зачистку, ребята. Что? Так, давай. Выходим. Так, зачистку здесь делаем. А, ему пофиг, ребята, он может проходить абсолютно, не обращая на них внимания. Это хорошо. Будем знать, что он так вот умеет делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Шопоголик бежит. Интересно, он мне справится один с шопоголиком? Такой, на, получи. Да еще и ящик дал, спасибо тебе большое. О, снайпер, вот это хорошо, ребят. Снайпер мне пригодится. Бэйм, хедшот. Так, подожди, надо еще одного сюда поставить. Как-то мало одного у нас стражника здесь. Тихо. Иди отсюда. Не, вот снайпер почему-то сам перезаряжается. Бэйм. Ой, я только шлем ему снял. Мне так не устраивает. О, хорошо-то. Двойной хедшот получился. Так, кто... Оу, а вот, ребята, и идет этот бичара, ё-моё, с бутылкой, блин, токсического вещества. Куда он бросает? Чистим. И уничтожаем его. На, хмырь. Получил свое? Ха. Думает, все так легко и просто. Нет уж. Так, подожди, еще идет. На. Я еще, наверное, одного снайпера, ребят, поставлю. Чтоб у меня был нон-стоп, как говорится. А зачем? Мы и так тут выиграли. Ты бищ. Круто. Йо, пошло, кажется, дело у нас. Да, когда снайпер есть в команде, это хорошо, ребята. Но местечко-то у нас закончилось. Давайте откроем с вами вот этот ящик. Посмотрим, что у нас выпадет. Так, 422 монетки. Дробовик выпал. Прицел, 4 карточки. И железо 10 килограмм. Также бейсбольная бита. И опять же прицел. Угу, вот так вот. Хорошо, значит, у нас можно улучшить, да, я так понимаю. Так, что тут, 1 час, тут 8 часов. Давай-ка вот это, наверное. А мы можем сразу открыть. Так, карабин. Опять же дробовик выпадает. Аптечка, и все, да. А вот это сколько, 26. Блин, дорого. Не могу я столько себе позволить тратить. Ну что, ребята, следующая миссия. В принципе, те же самые враги. У нас с вами сколько денег? Так, счет, ну это счет, понятно. У нас 1500 монет. Блин, это мало, очень мало, ребят. Че ж так деньги-то нам тяжело даются здесь, а? Вообще, в любой игре всегда тяжело даются. Да хорош ты, лужи здесь ставишь. Ну-ка, если мы вот так поставим, он будет? Нет, ребята, он уничтожает только вот первую лужу. К сожалению. Давай, уничтожай, уничтожай ты ее. Так что ты там стоишь, ты... Да ладно ты! Ну? Уничтожай лужу-то. Фух, повезло, успели, ё-моё. Гоу, давай вот сюда вот. Смотри, бежит охламонка. Сейчас мы ее. Пам-пау. Готово. Так, вот он идет, хмырь. Блин, а у нас снайпера-то нет уже. Черт подери, придется. Давайте деньги, сейчас будет он пулять эту фигню. Вот, есть. Слушайте, а он же, по-моему, только вдалеке будет стоять, да? И бросать бутылки-то, да? Слушайте, а как же я тут его тогда смогу победить-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Он сейчас постоянно будет бросать. Слушайте, нужно копить как-то на снайпера. Другого варианта я не вижу. Ну-ну-ну, может быть, удастся. Что очень маловероятно. Так, ну давайте. Мне тут немножко осталось накопить. Вот и снайпер, ребят, подоспел. Сносим нафиг. Вот так. Давай-ка лужи мы эти зачистим. Иди отсюда. Достал уже. Тихо, я уж подумал, кто-то пробегает. Нет, все нормуль. Так, подчистили. Иди отсюда, шопоголик. Нервируешь меня. Давай вот здесь вот заменим, наверное, ребята, да? На свеженького, здорового бойца. Что-то как-то уж больно тут у вас много. Так, еще один бухарик идет.
Ну-ну-ну, снайпер, давай. Вот так вот. И зачистку. В обязательном порядке. Фух, кажется, ребята, нам повезло, и мы справились здесь. Не скажу, что было все изи, но справились. Фух, отлично. Прошли. Сколько дадут? 3. Ой, как хорошо, ребята, ой, как хорошо. Погнали. Новый зомби, да что ж такое-то? Зомби с грузовой тележкой. То есть, я так понимаю, это как защита дополнительная, да, какая-то? Ах ты. Толкает тележку полную вещей. Тележка хорошо защищает от пуль. Так и думал я. Так я и думал, ребята, что будет какая-то загвоздка. Блин, а почему нам не дают каких-нибудь новых свежих зомбарей? Я уже хочу кого-нибудь такого эксклюзивного. Значит, нету нам, ребята, резона выставлять на первые места стрелков, потому что они бесполезны будут здесь. Ну, как... Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай, зачищай быстрее, зачищай. И вот это у меня побежит сюда. Так, отлично, хорошо. Так, давай-давай, зачищай быстрее лужи. И побежит у меня сюда еще один охранник. А, нет, все-таки хотел ее схватить. Но не тут-то было. Так. Отлично, давай сюда встаем. Ну, а теперь, ребята, будем с вами как можно быстрее копить на снайпера. Мне нужен обязательно здесь снайпер, потому что если эти алкоголики сейчас пойдут, нам будет опять очень плохо. Давай-давай, совсем немножко нам осталось. Так, ящик выпал. Ой, еще эта стележка же прет. Так, заодно как раз и проверим, как у меня против нее будут действовать мои ребятушки. Хотя я могу сейчас... Опа! Ой-ой-ой, нифига, смотри-ка. У нее только лишь товар выпал из корзинки. Ага, и становится она обычным шопоголиком. Иди отсюда. В общем, да, ребята, такая довольно мощная, смотрите. Оп, она теряет товар, то есть надо еще ее бомбить. Это мы издалека стреляем снайпером, который довольно-таки мощный. Я не знаю, что это будет в ближнем бою, как это будет выглядеть, но, наверное, будет очень жестко. Так, собираем быстрее монетки. Сюда дробашку. Сюда давай еще вот так вот сделаем. Монетки, 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 как вы быстро исчезаете, а? Не успел я. Иди ты отсюда, а, шопоголик. Не пропускаем никого абсолютно. Так, потеряла свою корзинку. На! Ох ты, сразу там троих, по-моему, одним выстрелом. Давай еще вот так вот. Замечательно. Только головы летят. Еще одного снайпера поставим, ребят. Он нам пригодится. Как говорится, много снайперов не бывает. Верно? Верно. Ой, промахнулся, ё-моё. Хотя, ребят, тут уже и так победа. Ух, 3-3. Так, на ранг выше. Спасибо большое. Если бы мне еще что-то это давало бы. Ну, дают деньги. И это уже хорошо. Так, ящик активировать. Нет, пока не сможем. Так, кого же... здесь... А что, ничего такого сложного не будет, что ли? Ага, здесь и эти. Короче, здесь все подряд. Хорошо, давайте, ребята, мы глянем с вами улучшить. Кого бы мне можно было бы? Или нужно было бы, так скажем. 200. Смогу? Могу, завершим. 4 звезды. Ядрить его на корень. Он у меня уже 4 уровень имеет. Ха-ха. Здоровье 346 у него. А интересно, если так, я... 3200. 3200. Да это уму непостижимо. Это ж сколько мне нужно денег. Обиту. Так, тоже могу. 200. Блин, да что ж такое? Что... Цены-то такие кусачие. Где же мне столько денег-то заработать, блин? Ладно, поехали, ребят. 3 лужи здесь. Хорошо, давай зачистим здесь. Она идет по центру. Ну, здесь у меня сейчас... А мой бейсболист выйдет и накажет их. Давай вот эту вот уберем, лужи тоже. Все. Так, подожди, вот сюда выставим. Эту лужу надо убирать срочно. Так, все. Все у нас пока чисто, теперь... Копим, опять же, ребят, на снайпера. Тинч, голова с плеч. Идет, 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 охламон. Ну давай быстрее, подгазовывай. Можно немножко ускорить вот так вот. На короткий промежуток времени. Все, вернули обратно. До снайпера. Вот, сейчас мы эту подобьем, и у нас активируется снайпер.
Вот сюда мы его поставим. Ну что ты там, шопоголик, прешь? Так, идет зомбарь. Тыдыщ, хедшот. Бинго. Давай-ка вот так вот сделаем. Пич. Так, не забываем собирать, ребят, монетки. Монетки — это наше все, это наша жизнь, елки-палки. Тут пока... Ага, вон идет шопоголик. Дэнс, блин, собака. Оу, там еще и этот ползет. На. Так, два шопоголика, блин, нужна еще, по-моему, одна снайперка, ребят. Так, я не знаю даже кого, давай вот этого, наверное. Оу, сейчас будет, чувствую, жарко, ребята. Так, и снайпер готов. Опа, корзинки как не бывало. Так, вон они, идут. Бум, бинго. Этот нафиг нам не нужен. Так, еще один шопоголик. Отлично, пока держимся, ребята. Готово. Корзинка, по крайней мере. Ну, ух, ну здесь на изи получилось. Это все благодаря, ребята, то, что у нас были снайперы. Тынц. Подросли еще немножко. Смотрите, 100 монет мы получим, если поделимся в Фейсбуке, и 180, если посмотрим бесплатный видосик. Не хочу. Не хочу, не буду. А лучше-ка мы с вами продолжим играть. Так, у нас 8-й с вами этап. И здесь у нас опять же все по стандарту. Кстати, мы сделали какую-то анчивочку, ребят. А ну-ка, дай-ка глянуть, где она. Нет, это уже выполнено, вот. Хорошо-то как. И все, да, по-моему, да, ребят. Больше ничего нету. Так, хотел я кое-что тут посмотреть, кое-что увидел и... И забыл. Доступен режим «Мировая чистка». Пора очистить мир от мертвяков. Действуйте заодно с другими игроками, чтобы уничтожить тварей, угрожающих всех планеты. Откройте ящик с наградой. Опа, вот это я понимаю, ребята. Ого, 18 карточек дали. 18 железный пруд. 32 МП-7. Ого. ФЛЕ, 16 карточек. Разморозка, 16 карточек. Так, рукавицы, 14 карточек. Ё-моё, железный пруд, нифига тут. Ботинки, штурмовая винтовка, прочный щит. Хоккейная клюшка. Оу, щит. Это что такое, ребят? Мировая чистка. Ну-ка, давай вот сюда заглянем. Мой счет 0, мой ранг такой-то. Битва. Так. А я вот здесь, ребят, живу. Вот здесь вот, да. Кто знает карту, тот поймет, что это за область. Так, ну ладно, ребят, давайте тогда... Не знаю, вот давай здесь попробуем. Ух, зомби. Так, я хотя бы посмотрю, ребят, так что не бесуйте, если я что-то здесь не так буду делать. Ё-колыман, это же что такое? Это кто такой? Босс или кто? Удачи в Париже, главное, пишут мне. Хорошо. В любом случае, мне понадобится снайпер. Это факт. Также возьмем, естественно, своих сторожил. Так, там плевун есть? Плевун есть, значит, берем вот эту вот. Что нам еще нужно? А, с бейсбольной битой и... Давай, наверное, возьмем автоматчика. Ну что же, давайте смотреть, ребята. Ready! Ну, я думаю, что готов, наверное. Так, ты куда? Ох, сколько здесь, ё-моё. Будет занятная, видать, драка, ребят. Щет. Так, давай, выходи. Мне нужно снайпер обязательно себе в первую очередь накопить. Как бы, вот, снайпер уже есть. Отлично. Теперь ждем. Тут, интересно, бесконечные волны или будет все-таки им какой-то конец? Но я чувствую, тут будет сейчас чисто морально давить просто-напросто. Пожескочу. И они, скажем, разом, наверное, будут все сильнее и сильнее. В общем, оу, вот идет чувачок. Был, конечно, чувачок, и уже не стало. Так, шопоголик-то, ё-моё, конечно же, нужно сносить ее. Сидим там, наблюдаем, смотрим. И пошла ты. Так, потихонечку, ребята.
Не будем, наверное, растранжировать бабки зазря. О, а это еще кто такой? Смотрите, ребят. Не знаю, какой-то поваренок, что ли, был. Бежит, бежит, бежит. Так, вот это вот сносить будем. Я не знаю, что это за мелкий такой. Но он мне не нравится. Давай-ка вот так вот попробуем автоматчик сюда поставить. Так, волна... Опа! Не... Оу! Ё-моё, сколько вас... Да как так-то? Ядрить его на корень. Это ж сколько нужно, блин, бомбить по нему, чтобы уничтожить, эй! Я не понял. Тихо ты! Они уже пробили, ребята. Да вы будете уничтожать или нет? Щит пробивает, ребята. Они таранят. Понятно, они таранят нас. Пробили! Нет! Не позволим пройти. Да что ж такое-то? Так, давай вот так вот сделаем. Так, ладно, здесь уничтожили. Еще одного снайпера поставим. Вот говнюки. На! Так, сюда вызовем. Ой, проходит, проходит, проходит. Не успел, ребята. Итого чего, итого. Итого ничего, ребята. Мы хоть что-нибудь-то получили с вами? Нет, да не хочу я, не надо мне ничего. Я вот, честно говоря, не понял. Но это было дико. Мой ранг, где мой ранг? Я не знаю, какой мой ранг здесь. Что, ну... Ничего, видимо, не получили, не прошли, по ходу дела. Ну, это... Хотя мировая чистка, я должен здесь с ними справляться. Но, согласитесь, ребята, мне кажется, еще рановато сюда переться на своем ничтожном маленьком уровне. Поэтому я пойду потихоньку дальше проходить вот этот вот торговый центр. Ну что, погнали. Здесь-то я как царь, ё-моё. Здесь я уже все знаю. Угу, нормуль. Так, ожидаем, ожидаем врагов. Кто пойдет? Так, опять лужи эти. Так, давай здесь зачистим, сюда выставим стражника. Сразу же сюда поставим. Так, эту лужу зачистим. Так, бейсболист мне нужен, да? Бейсболист! Охранник, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Идет. Да, мне до снайпера-то не хватит. Хотя, ребята, есть возможность, если мы сейчас вот эту быстренько заколбасим. Все, снайпер у меня готов, и этому чувачку мы сносим чайник. Вот так вот. Ух, шик и блеск. Так, и заодно поставим пока сюда. Тык-тык-тык-тык-тык. Не пройдет ни одна тварина здесь, не у меня. Пошел отсюда, нищеброд. Так, шапоголик бежит. Собственной персоной. Ой, погоди, погоди. Ё-моё, я не заметил, ребята, что тут лужа. Ё-коломане, вот это сейчас может нам выйти боком. Давай, здесь быстрее, 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 быстрее лечи там. Очищай, все, молодец, умница, успели. Так, шапоголики-то, ё-моё, что это я тут... Ай, совсем расслабился. Как он так прошел? Эй, такого быть не может, ребят. Еще один нищеброд идет, два даже их. Так, монетки, монетки, срочно собираем все эти. А ну-ка. Блин, пошел ты, хотел же успеть. Так, давай-давай, быстрее, зачистка, быстрее выходим, реагируем. Речи, нужен еще один снайпер. Пошел отсюда, нервируешь меня, шапоголик, на тебе. Ух. Так, варнинг, понятно. Готовимся, ребята, готовимся к волне. И отсюда. Нервируешь только. Так, вот этих вот обязательно сносить надо. Хе-хе-хе. Найс. По-другому не скажешь. Давай-давай, перезаряжайся, перезаряжайся. Фух. Изейше, ребята, здесь получилось все на изи. Да. Прошли и очень даже хорошо, и очень круто. Так, на ранг выше. Отлично, спасибо. Продолжаем. Нет свободных, да, и не надо нам. За 25, конечно, ага. Буду я сейчас тут тратить. Так, ну что, у нас здесь, ну, как обычно. Эти канализационщики, ё-моё. Хрен выговоришь. Кстати, у нас же 6 штук есть, ребят. Что мы с вами тупим-то, ё-парасоте. Давайте, конечно же, будем улучшать кого-нибудь. Сможем? До 100 пудняк сможем. Давай завершим. Сколько? Одна монетка. Хорошо, фиг с ним. Так, улучшили. Еще сможем? Можем. Давай улучшим. Снайпер это очень хорошо. Вы сами прекрасно видели. Его эффективность. И, по-моему, больше не сможем, да?
Потому что у нас не хватает монет. Только лишь поэтому, да, по-моему, дело. Ладно, хорошо, мы тогда с вами снайпер. А этого мы сможем еще прокачать? Сколько требуется? Еще 3200. Не катит, не катит это. Ну ладно, хорошо, ребят, мы с вами подкупим маленечко денег и посмотрим, сможем ли мы еще с вами улучшить на один уровень либо железного прута, либо нашего снайпера. Ну а пока 9 уровень. Да? Такой же точь-в-точь остается состав. Но я думаю, что они все-таки где-то с 10, наверное, уровня придумывают какого-нибудь хмыря, который нам тут все нервы вытрепит. Помните, как в прошлой серии они придумали этого жиробаса, который довольно-таки мощный был, блин. И как мы его прошли просто чудом, елки-палки. Так, тихо-тихо, давай вот сюда иди. Здесь мы пока сделаем зачистку. Ой-ой-ой-ой, здесь же тоже нужно защищать. Не получится, придется вот так вот делать. А вот теперь зачистку. Ну, в любом случае, они не пройдут здесь. Как бы они тут не пыхтели. Нам только единственное, что нужно как можно быстрее получить снайпера. Потому что очень много от него зависит здесь. Очень много. Хорошо, тут накумарили. Давай-давай-давай, пробиваем этих говнюков. Все, кажется, да, хватает. Есть, снайпер у нас в кармане, ребят. Все, жизнь наладилась. Я чувствую себя как рыбка в океане. Вот и первый бомж идет. Шел, точнее. Так, тихо-тихо-тихо, не надо тут. Как будто я тебя не вижу, блин. Ха-ха-ха. Идет, скрытый. Так, слишком большой сейчас наплыв будет, наверное, всяких упырей. Надо немножко укрепиться. Иди и не мешайся мне тут. Не дают человеку спокойно жить. Точно. И вот у нас, ребятушки, второй снайпер подоспел. А это очень хорошо. Я буду просто отстреливать их всех. Ой, не достаем, да, видимо, да. Тыдыщ. А кто такие фиксики, да? Большой-большой секрет. Ай, блин, иди ты-то. Да что такое? Давай вот этих двоих вот. Тыдыч, готово. Так, сейчас будет волна, да? Или она уже идет? Нет, волны пока не было. Я не слышал, вот она сиренушка пошла. Три снайпера у нас. Ух, ну я тут думаю, мы всех порвем сейчас. Кто бы тут ни шел у нас. Бам, бам. Пошел ты. Шапоголиков нету? Ну и хорошо. Вот так вот. Блин, а что я не могу кучку-то эту... Во! Да что? Почему ты не стреляешь? Вот, все-все-все забираю. Все монеты к себе, к карманю. Карманю. И вот этого... На! Я считаю, что на изи здесь прошли. Круто. О, ребята, скоро получим 8 уровень с вами. Так, 3. А нам нужно 3200, да? Ладно, хорошо. Новый спецназовец. Чего? Орбитальный удар. Так, ну смотрите, что это такое? Оп, и что это такое? Не пойму я. Ну, проводим пальчиком и что? Так, короче, удар лазером со спутника. Испаряет зомби в зоне действия. В зоне действия испаряет. Фи, странно, да, как-то? Ну ладно, давай откроем, хорошо, уговорила уже. Так, дробовик, дубинка, пояс... Экзоскелет, сломанный щит и последняя разморозка. Так, ладно. Завершить, 25. Эх, была не была, ребята. Черт с ней. Оу, 2,5 монет. Аптекарша. Так, штурмовик. Отличный щит, сватовский. СВДшка, снайперка. Ботинки. Тайзер. Ю-100МК-5, не знаю, что за фигня. УЗИ какой-то. И дробовик. Так, и у нас с вами, по-моему, довольно прилично много денег. Прям до безобразия, я бы так сказал бы. 6. И я должен улучшить, ребята. Улучшить, не то что должен, я обязан. Посмотрим. 3200, поехали. Да, я могу. У меня не хватит монет, чтобы завершить. Ладно, пускай он пока улучшается. И совсем немножечко не хватает, чтобы я также смог улучшить себе снайпера. Соблазнительно, конечно. Я надеюсь, не зря это делаю, все скидываю именно на охранника и на снайпера. Потом, как пойдут какие-нибудь зомбари, где мой снайпер просто обделается, защитник будет просто в заднице в полной.
И мы с вами, ё-моё, что же мы наделали-то такого? Надо было качать того, того, того. И пойдем заново проходить. Поехали, короче, ребята. Шутки в сторону. Универмаг будем тут, как говорится, спасать. Вот от этих вот нищебродов. Ой, надо было вот эту вот тужу очищать. Ну что же я вот так вот невнимательно... Невнимательно, блин, придется делать вот так вот, потом зачистку. Так, ты куда прешь? Вот куда ты прешь, ты вот не скажи, а? Будешь сейчас отгребать по полной программе. Все, надоел ты мне. Вот так вот. Так, все, ребят, шутки в сторону. Нам нужен снайпер, согласитесь. Вы уже давно прекрасно поняли мою тактику. Вот он и снайперок пожаловал. Ой, шапоголик. Да, шапоголик идет собственной персоной. Надо ее... прижучить. Хорошо, что хоть мы стреляем с вами бесплатно, а то еще, представляете, если бы каждый выстрел бы был платненьким. Куда бежишь? Оп, назад, как говорится. Домой. Так, вот здесь нужно помочь моему охраннику. Волна уже так быстро? Что-то уж как-то чересчур, по-моему, быстро. Готовимся к наплыву. Дайте мне вот эти все. Так, бежит, бежит бомжара. Черт, он здесь не один. Двоих сразу снесли. Дайте мне монетки, от них очень много-много монеток выпадает. Есть. Так, он здесь один, не справится. И здесь, кстати, тоже не справится один. Дай, дай мне все эти вкусняшки, что выпадают. СВДшка, давай. Драгунов. Иди отсюда. Стоит он там. Так, с дробовиком давайте вот сюда вызовем. Прикрывает пускай. Так, шапоголика-то надо снести. Все. Ну куда ты там разогналась, а? Красавица твоя. Давайте вот так. Оу, еще волна. Так, ребят, я что-то не понял. Нет, по-моему, затихло. Нет. Оу-оу-оу-оу, затихло. Ничего не затихло. Сколько их там? Эй! Шапоголики, алкоголики. Бичара. Обожаю вот так вот делать. На! Пошли отсюда прочь все. Оу, сколько монет, ребят. Тыдыщ! Ой, только каску сняли. Все, добили. Фух, напряженка. Напряженка, ребят, конкретная сейчас была. Ну, эй, чуть-чуть не хватило, чтобы мы получили с вами уровень. Жаль, очень жаль, ребята. Новый зомби. Ледяной зомби, ага. Может заморозить цель при атаке. Вот оно что, ребят. Вот почему у нас с вами есть такая штука, которая называется разморозка. Понятно, теперь будем знать. Так, вот этот ящик, наверное, открою с вами по-варенькому, да? Так, прицел, железо, 30 килограмм железа, разморозка. Вот, про разморозку я вам говорил. Это, наверное, специально для того, чтобы... И вот этот вот я, ребята, активирую. Ну что же, а на этом, пожалуй, я и буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и хорошего вам настроения.